Их хотят видеть. Их хотят слышать. Их ждут. Они появляются каждый месяц. Но только он знает о них все. Итак, на очереди у нас обзор тандыра. Сколько килограмм? 60 килограмм, да? 60 литров. 60 литров? 120 килограмм, да? Вот такой вот, видите, глиняный. Вот такой вот подставки. Тут вот такое дышло, ручки. Теперь мы сейчас мы туда будем засыпать, получается. Видите, такая глубина. Сейчас будем растапливать до температуры, сколько? 350 градусов, да? Примерно, да? Чтобы зажарить, ну, либо мясо. Вот сегодня у нас курица будет подвешена. Вот видите, у каждого тандыра даже такой номер, который выбит. Вот. И вот такая вот крышка. Что-то он говорит, куда-то в Австрию везде. Это я рассказываю, как посады. Сейчас мы это до конца. Сейчас мы, значит, его полностью зарядим. И будем поджигать. Когда температура уже дойдет до кондиции, мы, получается, угли оттуда все убираем. И уже будем насаживать мясо, курицу, утку, там, что угодно. Так что, кто не пользовался еще, смотрите. Покажем весь процесс. Тяги нет, да? Нет. Ну, в общем, процесс сейчас еще покажем, как это все. Температура, когда дойдет и когда уже будет готово. Процесс пошел, видите, уже. Все нагревается, крышка у нас сверху не закрывается, здесь вот поддув идет. Температура сейчас пока еще, ну, по Цельсию 100 градусов, ждем, когда тандыр разогреется на полную. Так, процесс продолжается, видите, все трещит, угли, смотрим температуру чуть выше 200 градусов, где-то 230, ну, нагревается конкретно. Так что ждем. Так, процесс подошел к финишу, температура сейчас максимально накалилась. Видите, у нас последнее приготовление, сейчас вот представим, как называется, решетка, крестовина, и уже насажено на такой гриль. Курица, и закрываем сейчас вот этот колпачок, как он называется. Итак, температура у нас почти, ну, была 350 на пике, сейчас уже где-то 300. Это вот ниже закрывать, да, получается? И сейчас ждем, сколько примерно по времени при такой температуре? Ну, в общем, ждем. Так, ну все, процесс у нас завершен. Температура упала. Мы даже не стали проверять там. Сейчас будем открывать тандыр. Вот этот. Открывать крышку. И, так, не знаю, варежкой. Температура хоть и небольшая, но... Так, горячий, горячий. Здесь вот так достанем. Ой. Вот такая курочка получилась. Сейчас будем снимать пробу. Видите, такая вилла. Ну все, температура упала. Сейчас мы снимем пробу, уже это показывать не будем. А так вот, вот такой тандыр, кто хочет для разнообразия использовать приготовление разной пищи. Тут можно хоть овощи, хоть мясо, хоть барана, хоть кого.